Мир вам, дорогие братья и сестры. В этот вечерний час Господь собрал нас вместе, чтобы благословить нас, наполнить наши сердца Духом Святым. Помолимся Господу, прославим Его милосердного. Отец наш Небесный, Боже наш, в этот вечерний час мы благодарим и славим Тебя за Твою любовь и милость, что вновь мы можем быть собраны во имя Твое, чтобы благодарить Тебя, Бога нашего, поклоняться Тебе в духе и истине, наполняться Духом Твоим святым. О, аллилуйя, слава Тебе, Господь! Прибудь с нами по Слову Твоему, наполняй наши сердца Духом Твоим святым. Мы жаждем Твое присутствие, Господь, Твоего утешения, Твоей силы, вразумление Духа Твоего Святого в этот вечер. Господь, благослови нас и наших дорогих братьев, сестер, кто в этот вечерний час не смог быть вместе с народом Твоим святым. Прибудь с нами и благослови. Имени Твоему поклонимся, имя Твое прославим, наш вечный премудрый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие братья и сестры, вначале споем молитвенный псалом номер 22. Псалом 22. «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Хотя б крестом пришлось подняться мне, нужно одно лишь мне – ближе Господь к тебе».
Слава нашему Господу, братья и сестры! Читаем Божие Слово из Евангелия от Луки, 11 глава, 28 стих. Евангелие Луки, 11 глава, 28 стих. Иисус Христос сказал: «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Аминь. Слава и благодарение нашему Господу, братья и сестры, что еще один день нашей жизни Господь даровал прожить практически, и в этот вечерний час мы уже вновь собраны. Где мы собраны? Мы собраны в церкви, вокруг Божьего Слова. И хорошо быть в том общении, где читается Божье Слово, где оно звучит, где мы можем его слышать. Я прочитал один стих, где записаны слова Христа, когда Он говорит очень так коротко: «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Знаете, когда я прочитал этот стих Писания, эти слова Христа, у меня возникло три коротких вопроса, которые можно задать себе. Ты, дорогой друг, брат и сестра, ты можешь их задать себе. Я их сейчас назову, и потом на каждом из них мы остановимся коротко. Первый вопрос. Слышишь ли ты это Божье Слово? Второй вопрос. Что ты слышишь? И третий вопрос. Соблюдаешь ли ты то, что Господь тебе говорит, открывает? Первый вопрос, что ты слышишь? Знаете, когда я начал воспитывать своих детей, когда у меня появились дети, на самом деле иногда кажется, когда ты этому ребеночку, человечку говоришь что-то, иногда так кажется папе и маме, что он просто тебя не слышит сейчас. Он просто сейчас занят своей игрушкой, какой-то игрой, и что бы ты ему сейчас ни говорил, он тебя не слышит. И нужно что-то сделать, чтобы он услышал тебя, чтобы он услышал не просто твой голос, но чтобы он как-то прореагировал, чтобы он понял, чего же ты от него хочешь в этот момент. Вы знаете, слышишь ли ты Божие Слово? Мы сейчас сидим в церкви, мы прочитали из Библии один стих. Я думаю, каждый раз, когда мы приходим в Дом Божий, мы слышим много и много проповедей, где читается Божие Слово, изъясняется. Но этот вопрос, он даже согласен с теми словами, когда Христос говорил, будучи на земле: «Имеющий уши слышать, да слышит». Да, может быть, это какой-то красивый, поэтический, такой литературный оборот, но отнюдь нет. Так есть, что мы можем ушами слышать, но сердце не понимает. Там, в душе, нет никакого отклика на эти слова. Слышишь ли ты Божье Слово? И вы знаете, если мы слышим слова, давайте так молитвенно обращать себя, чтобы говорить: «Господи, да, дай мне услышать, я хочу услышать». Второй вопрос. Что ты слышишь? Братья и сестры, друзья, может быть, кто-то в первый раз пришел в церковь, в евангельскую церковь. Что ты слышишь? Это тоже вопрос. Тот, кто еще не знаком с Господом Иисусом Христом, как со своим Спасителем, что ты слышишь? Первое, что говорит Христос в такую жизнь, в такому человеку, Он говорит: «Друг дорогой, тебе нужно покаяться». Первое слово Господа Иисуса Христа к любому человеку в этом мире – это то, что «Я хочу тебя спасти от смерти, от ада, от вечного проклятия. Я хочу, чтобы ты это услышал. Я имею тебе чем помочь. Я имею силу, как тебе помочь». Это то, что говорит тебе сегодня Божье Слово. Иисус Христос умирал на кресте. Иисус Христос взял мой и твой грех добровольно, чтобы сегодня ты услышал это Божье Слово.
о покаянии, о твоем покаянии, дорогой друг. Сегодня Он хочет, чтобы ты покаялся. Что ты, брат и сестра, можешь слышать, тот, который уже покаялся из Божьего Слова? Возможно, кому-то Господь говорил сегодня утром или в это вечернее время будет продолжать говорить. О чем? О чистоте христианской жизни. Да, это так. Мы живем на земле, мы покаялись, мы идем за Христом, мы держим Божье Слово, но далеко не всегда наша жизнь соответствует этому Божьему Слову. И Господь говорит, слышишь ли ты, когда я учу тебя, чтобы твоя жизнь была чиста? Может быть, кому-то нужна еще Божья особая сила, Его посещение, чтобы оставить какой-то грех. Господь хочет, чтобы ты услышал это, что Его сила Святого Духа сегодня может посетить тебя в этом служении, и ты можешь получить эту свободу, о которой ты молишься. Брат и сестра, Господь говорит, блаженны слышащие Слово Божие. Ты блажен, если ты сегодня сердцем своим слышишь, что Господь хочет помочь тебе в борьбе с грехом. Я вспоминаю, вы знаете, это было в 2005 году, на таком же служении, как сегодня вечером здесь. Обычное служение без каких-то больших, великих проповедников. Господь сегодня послал нам гостей, но, знаете, тогда было обычное служение. И вы знаете, звучало обычное Божье Слово, но оно настолько коснулось меня. И в то время мне нужно было покаяние. Вы знаете, я уже был тогда христианином, я уже тогда служил Богу. Я на тот момент уже принял крещение, но вы знаете, Господь тогда коснулся меня. И мне нужно было молитва. Вы знаете, после этого служения нашел человека, служителя, с которым я помолился, которому я открыл свое сердце, исповедовал свой грех. И вы знаете, много что изменилось с того вечера. Я помню этот день до сих пор, я думаю, я никогда его не забуду. Это не значит, что сегодня я святой человек, и знаете, как на иконах ним прессует над головой. Еще нет, но Господь ведет меня по-другому с того дня. Дорогой брат и сестра, сегодня хочет Господь, может быть, тебе это сказать, что сегодня твоя жизнь может быть с большим благословением проходить, если ты услышишь Божье Слово, если ты услышишь Его. Может быть, сегодня Господь говорит в твою жизнь о каком-то призвании. Может быть, твоя жизнь, дорогой брат и сестра, не должна проходить просто в том, чтобы ты приходил в церковь, пел в хоре, в молодежном или в основном, или ты изредка читал стихотворение. Может быть, Господь для тебя имеет другой путь. Может быть, Господь хочет, чтобы через твои уста звучало пророческое слово. Это тоже призвание, к которому нужно прийти, которое нужно получить верой, которым нужно двигаться в этом, молиться об этом. Слышишь ли ты этот призыв в свое сердце? Вы знаете, иногда мы... Я вот замечаю в воскресной школе или в проповеди к церкви. Иногда она так звучит для всех. И как? Или все должны быть евангелистами, или все должны быть просто хорошими домохозяйками, или все должны быть просто рядовыми членами церкви. Но у Бога не так. Кто-то должен быть хорошим евангелистом, кто-то должен быть хорошей домохозяйкой, но у каждого своя дорога, у каждого свой путь, свое служение. И важно услышать, что Бог имеет для тебя и для меня. Господь не хочет, чтобы ты, Петр, был апостолом Павлом, но апостолу Павлу не должно быть просто Петром. Братья и сестры, у каждого есть свое призвание. Блаженны слышащие Слово Божие, блаженны слышащие и соблюдающие Его. Третий этот вопрос. Соблюдаешь ли ты? Сделал ли ты то, что тебе говорит Господь? Если тебе Господь говорит о покаянии, покаялся ли ты? Если ты, Господь тебе говорит о чистоте твоей христианской жизни, что ты делаешь, чтобы эта жизнь менялась? Если Господь просто беспокоит твое сердце, когда ты сидишь в церкви, казалось бы, не грешник,
примерный христианин, но твое сердце неспокойно, значит, Господь ждет от тебя большего. Может быть, Господь тебя призывает к какому-то служению. Что ты делаешь, чтобы это изменилось? Соблюдаешь ли ты это Божье Слово? Вы знаете, вот прочитав только один этот стих, который сказал Иисус Христос, «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его», это во мне родило вот этих три вопроса, простых вопроса, которые могут сегодня, брат и сестра, изменить твою и мою жизнь. Сегодня, дорогой друг, они могут изменить твою жизнь, если ты еще не имеешь спасения. Братья и сестры, сегодня мы будем слышать Божье Слово. Мы будем молиться о тех братьях, которые будут сегодня проповедовать, чтобы Божье Слово звучало через их губы, через их уста. Вы знаете, Господь, когда-то сам Иисус Христос сказал о себе в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 4 стихе, я думаю, мы знаем эти слова, я их прочитаю, но это великий пример для нас. Иисус сказал: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Господь сделал ту миссию, для которой Он пришел, Он спас нас. Он дал нам милость и прощение грехов. Он дал нам призвание быть служителями Нового Завета. Братья и сестры, и придет такой день, когда мы будем давать Господу отчет, когда мы будем говорить: «Господь, я прожил эту жизнь». А что Господь тогда скажет мне и тебе? Дорогой брат и сестра, соблюдаем ли мы то, что мы слышим, когда мы слышим Божье Слово? Помолимся, и да будет Божье имя благословенно. Аминь. Слава Тебе, Христос! Слава Тебе, Христос! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь, что Ты дал, Господь Иисус, это милость, это прощение, Господь, это спасение. Слава Тебе, Христос! Аллилуйя! Господи, слава Тебе, блаженны слышащие, блаженны слышащие, о Господь, блаженны слышащие, исполняющие Слово Твое. Господи, блаженны, Господи, как хорошо, что мы можем слышать. Слава Тебе, Господи, благословен Ты, Господи, Господи, благословен Ты, Господь, слава Тебе. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь! Мы славим имя Твое, Святое, Господь! Аллилуйя! Эра видис, греген! Благословляем имя Твое, Господи! Слава Тебе! Слава Тебе, Господи! Дай нам, Господь, слышать Твое Слово! Дай нам, Господь, исполнять Твое Слово, Господи, со страхом Твоим! О, Господь, Элла Григи Десендрегета, Холе Видригеда Секерегера Равита, Хорра Катарагадерела Диаскапра Ведрегета, Холе Видриги Дескера Вера Равита, Дорра Видриги Диасара Верегета Рагета, Холе Видриги Дескера Вера, Господь, благослови, Господь, благослови, Иисус, говори нам, Господи, Твое живое Слово. О, Господи, слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя! Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня, в этот вечерний час, Господи, мы можем читать Твое Слово. Господи, мы можем слышать Твое Божье Слово, чистое, святое, которое сегодня говорит о прощении грехов, которое сегодня говорит о том, что Господь Иисус так любит человека, так любит тебя, дорогой друг, так любит нас, братья и сестры, что Он отдал в жертву
самого себя, принеся себя как жертву на кресте, Господи, и мы благодарим Тебя за это, Господи, слава Тебе, что Твоя кровь сегодня так громко говорит, что сегодня всякий человек может услышать, что Господь Иисус сегодня хочет прощать грехи и давать новую силу вставать и идти, побеждая в этой жизни, Господи, может быть, сегодня кому-то нужно это услышать, Господь Иисус сегодня хочет простить грех и давать новую силу. Господи, да услышит такой человек это слово. Господи, мы благодарим Тебя. Господи, может быть, сегодня кого-то из нас Ты зовешь к этой чистой христианской жизни. Господь, сегодня у Тебя есть эта сила, чтобы мы шли по своему христианскому пути, побеждая грех. Господи, благослови моих братьев, благослови моих сестер, благослови меня, благослови нашу церковь, Господь, чтобы мы слышали Твое Слово, которое говорит, чтобы мы жили чистой христианской жизнью. Господи, то Слово, которое говорит, чтобы мы в своей жизни искали изменения нашего характера. Господи, чтобы мы искали победы в своей жизни над грехом, над своими пороками. Господи, если нужно, искали помощи у братьев, чтобы, если нужно, мы искали и открывали свои греха друг перед другом, как Слово Твое учит, чтобы нам исцелиться. Господи, это учит Твое Слово, так нас, Господь. И мы просим Тебя, дай нам услышать это Слово и дай нам его исполнить. Господи, может, сегодня или на протяжении какого-то времени Ты какому-то сердцу, Господи, так настойчиво говоришь, чтобы он искал большего посвящения Тебе на служение. Господи, может быть, кто-то ищет, Господь, этого ответа, как я могу послужить Тебе в Твоей церкви. Господи, дай услышать такому сердцу это откровение, дай ему исполнить это, ибо Твое Слово говорит, блаженны слышащие Слово Божие и исполняющие его. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты сегодня дал нам это время слышать Твое Слово. Помоги нам его исполнить во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Thank you.
Хвала Богу нашему. Больше любви к Тебе. Вот чего нам всегда будет не хватать. И хорошо, когда в нашем сердце действительно есть жажда, чтобы больше любить нашего Господа, так, как Он нас возлюбил. Вы знаете, в нашем сборнике христианских песен есть такой псалом, который помогает нам выразить свои чувства к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. И в этот вечер мы будем петь Ему, говорить о том, что Он наша радость. Его мы любим всем нашим сердцем. Это псалом номер 907. Псалом 907. «Есть счастье святое, есть дивная радость, подобно ей нам не найти. В молитве к Иисусу любовь и отрада, есть сила, чтоб крест свой нести». Будем петь стоя этот псалом. Будем петь радостно, торжественно. Я хочу вам представить брата Брайан Стиллер, он из Канады, служитель Ассамблеи Божьей Канады, и также он является служителем в Международном Евангельском Альянсе. И сегодня он представляет, приехал в Литву также, потому что у нас есть также желание такое общение евангельских церквей иметь в Литве. Нам поможет. Good evening, and I greet you in the name of Christ our Lord.
Добрый вечер, я хочу поздравить вас именем Иисуса Христа. I'm from the wide, cold country of Canada. Я приехал к вам из дикой, холодной страны Канады. I don't know whether it's as cold as Lithuania, but it can get very cold in Canada. Не знаю, как у вас в Литве, но в Канаде точно холодно бывает. My father was a Pentecostal minister, and over 50 years I've served the Lord. Мой отец также служитель Пятидесятнической церкви, и где-то больше 50 лет я также служу Господу. And I count it a great joy to be here with you tonight. И для меня это большая радость быть среди вами здесь вечером. I represent 600 million Christians around the world. Я представляю также 600 миллионов христиан по всему миру. People who love the Word of God like you do. Люди, которые любят Слово Божие так, как и вы. People who love the Lord Jesus as you do. Люди, которые любят Иисуса так же, как и вы. People who desire to be used by the Holy Spirit as you do. И которые также жаждут быть использованы Духом Святым так же, как и вы. And people who desire that the people of their country would come to know the Lord. И люди, которые жаждут, чтобы люди их страны также познали Господа. So you are not alone. Поэтому вы не одиноки. There are millions of people all around the world. Миллионы людей по всему миру. Who celebrate the Lord Jesus. Которые прославляют Иисуса Христа. As you do. Как вы прославляете. So you are not alone. Поэтому вы не одиноки. You join many other people. Вы есть часть множества народа. However, I love your singing. Но мне нравится, как вы поете. The great sound of the gospel. Евангелие очень сильно звучит. And the choir and your singing of the hymns. Хор, который поет гимны также. I love to hear that. Мне очень нравится. There's a wonderful story that you know very well. Есть прекрасная история, которую вы хорошо знаете также. And it's a story of Jesus. Это история об Иисусе. And at the heart of the story, и сердце этой истории, Jesus is telling us this. Иисус говорит, you have a problem? У вас есть проблема? Do you have an issue you're dealing with? Если у вас какую-то имеете заботу? Is there a problem in your life? Есть ли проблема в вашей жизни? Here's the way I handle problems. Я имею путь, как разрешить эту проблему. And as my brother reads this story from John's Gospel, и как мой брат прочитает сейчас вам из Евангелия от Иоанна, ask yourself this question. Задайте себе вопрос. What's the problem? Какая проблема? And how does Jesus handle the problem? И как Иисус ее разрешает? Because once we've read the story, как только мы прочитаем эту историю, I'm going to come back to you, я опять к вам приду. And I'm going to ask you, what's the problem? И я спрошу вас, какая же проблема? And secondly, I'm going to ask, и второй вопрос я задам. How did Jesus solve the problem? Как Иисус эту проблему разрешил? We've gone to school tonight. Мы сейчас пришли в школу. And so I'm going to, this is an exam. И сейчас будет экзамен. And I want you to answer. Я хочу, чтобы вы ответили. Okay, brother, please read. Я прочитаю сейчас. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 5 по 13 стих. 1 глава, с 5 по 13 стихи. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет, посланный от Бога, и имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». What's the problem? В чем проблема? What was Jesus facing? Какую проблему Иисус здесь встречает? There was no food. Нет. There was no food. Sorry, I'm wrong. Я извиняюсь. John 6. Да. Я извиняюсь. Sorry, I'm wrong. Sorry. The problem. One problem already comes. John 6:5. Yeah, 6. Yeah, sorry, I'm wrong. 6. The end of 13. Yes, excuse me.
Я извиняюсь, еще одно слово прочитаем. И шестая глава. What did you read? I first read first chapter. Okay. Sorry. Хорошо. Six from five till 13. Verse 5 down to the end of 13. Okay. Шестая глава Иоанна, Евангелие от Иоанна, с 5 по 13 стихи. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, сам, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Я здесь, есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на этом месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздал благодарение, раздал ученикам, а ученики, возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. In this story that we know so well. Эту историю мы очень хорошо знаем. What was the problem Jesus was facing? И какую проблему, перед какой проблемой стоял Иисус? What was the issue he had to solve? Что он должен, какую проблему он должен был разрешить? You know now, don't you? Теперь вы знаете, правда? There was no food. Не было что кушать. People were hungry. А люди были голодные. It was in the middle of the afternoon. И это уже было время позднее. There were children there. Там были также дети. There were wives and husbands. Жены и мужья были там. I suppose altogether maybe 10,000 people. Я думаю, все вместе, наверное, где-то около 10,000 человек. And there was no food. И нету что кушать. That's a problem. И это проблема. You know, with children, if they haven't eaten, вы знаете, если дети голодные, there's nothing but trouble. Только проблемы. We all have difficulties. У нас у всех есть трудности. We all face issues in our lives. И мы встречаем различные вызовы в нашей жизни. Whether you're a student, или вы студент, whether you're working, или вы рабочий, or whether you're an old man like me, или вы пожилой человек, как я. We all face difficulties. Мы все встречаем трудности. So Jesus turned to his disciples. Иисус обращается к своим ученикам. And he asked them to check out what they had. И спрашивает: а что у вас есть? And they came back and said, "Well, a little boy has some fish and loaves of bread." Они говорят: ну там у одного мальчика есть немножко хлеба и рыбы. But that's nothing. Но это ничего. Why? Someone else said, "All the money in the world wouldn't buy us enough food." Here. Он кто-то сказал, что денег, которые сколько тут денег нужно, чтобы накормить эту толпу. The Roman government wasn't going to supply the problem. И римское правительство эту проблему тоже не решит. And there was no McDonald's nearby. И там рядом нету Макдональда, чтобы можно было их послать покушать. What do you do? Что ты будешь сейчас делать? What does Jesus do when he has a problem? И что делает Иисус, когда у него проблема? Jesus shows us how he deals with problems. Иисус показывает нам, каким образом он разрешает проблему. This is a very practical solution. Очень практичное решение. Jesus is teaching us how you and I can handle our issues. Иисус учит нас, как ты и я смогли бы разрешить эту проблему. They can be a big problem or a small problem. Может быть, проблема большая или маленькая. Jesus did two things here. Иисус сделал две вещи. And I think that they are wonderful means of solving an issue. И я думаю, что это очень прекрасный пример, как разрешать проблемы. This is a real problem. Есть реальная проблема. There's no food. Нету хлеба. People are hungry. Люди голодные. And he has no solution. И нету решения, как это сделать. At least that's what the disciples thought. Ну, там может что-то, как ученики предлагали, возможно, такой вариант. What does the first thing Jesus do in solving a problem? Что Иисус сделал, когда он начал решать эту проблему? Что первое он сделал? He begins with what he has. Он начал с того, что у него было.
Now, when I have a problem, когда у меня проблема, I'm looking for something to come in from the outside and solve it for me. И я сначала начинаю смотреть вокруг, откуда бы это решение пришло. Кто-нибудь мог бы мне помочь? If I have a financial problem, если у меня финансовая проблема, I'm hoping that my rich aunt will wake up someday and give me the money. Я так, у меня есть надежда, что мой богатый дядя воскреснет из мертвых и даст мне деньги. Or somebody will come from somewhere and provide me with a solution. Или кто-нибудь придет и поможет мне с деньгами. Jesus said, "What's in your hand?" А Иисус спрашивает: "А что у вас есть?" What do you have? Что ты имеешь? Jesus begins with what we have. Иисус начинает с того, что мы имеем. There's no trucks or boats going to roll up and supply them with food. И не приедет колонна с хлебом и не привезет, или там на кораблях не привезут туда. Не приплывут корабли с хлебом. Jesus begins with what you have. Иисус начинает с того, что ты имеешь. What I have. Что я имею. Don't start looking around. Теперь не надо оглядываться вокруг. Who's going to supply me with the solution? Кто мне поможет сейчас? What's in your hand? Что в твоих руках? Begin with what you have. Начни с того, что в твоих руках. The little boy didn't understand that he had the solution to the problem. Мальчик, который точно он не знал, что у него в руках разрешение проблемы. It never occurred to him that what he had, Jesus would use. Он никогда бы до него не дошло, чтобы то, что у него есть, Иисус бы воспользовался. And that's often the case with us too. И часто мы попадаем в похожую ситуацию. We don't realize that the small things that we have. Мы не можем понять, что то малое, что мы имеем, is exactly what Jesus needs. Это как раз и то, что Иисусу нужно. Moses was called by God to lead the children of Israel out of Egypt. Моисей был Богом призван для того, чтобы вывести израильский народ из Египта. Moses said, "I can't do it." Моисей говорит, я не могу. I'm not able. Я на самом деле я не могу, у меня нет способностей. And God said, "Moses, what's in your hand?" А Иисус спрашивает Моисей, а что у тебя в руках? Well, all he had was an old shepherd's staff. А у него в руках только посох. It had notches and where he had defeated and killed wolves. Там на этом посохе есть метки, если какого-то он там хищника убил или что-то еще, когда защищал овец. It was simply an old, typical shepherd's staff. Просто обычный посох пастуший. That he used it to protect his sheep. Который он использовал для того, чтобы своих овец охранять. God says, "What's in your hand?" И Господь спрашивает, что у тебя в руках? Throw it down. Брось это. He threw it down. И он бросил это. Became a snake. И он превратился в змею. God says, "Pick it up again." Господь говорит, возьми, теперь подними. He picked it up and became a staff. Он поднял, и опять он превратился в посох. What was the lesson here? И какая здесь для нас, какой урок для нас здесь? God was saying to Moses, Господь говорит Моисею, I'm going to take you, я собираюсь взять тебя, before Pharaoh, и ты будешь стоять перед фараоном, and I'm going to use you, и я использую тебя, to liberate my people. Чтобы освободить мой народ. But I'm only a shepherd. Но я же только пастух. God says, "That's all I need." Господь говорит, этого мне только you и надо. You give me what you have. Ты даешь мне то, что у тебя есть. And I'll multiply it. И я это умножу. You see, Jesus sees what we ignore. Видите, что то, что мы считаем неважным, Господь замечает. He sees what others ignore. Он, Господь замечает то, что другие не замечают. There was a lady in Canada that I knew. Одна женщина есть в Канаде, которую я знаю. She was about 75 years of age. Ей около 75 лет. Her name was Lillian Marshall. Ее зовут Лилиан Маршалл. And she lived in a city nearby where there was a major prison. И она живет в городе, возле которого располагается одна из больших тюрем. She was at a Sunday night service like this. И она была на вечернем служении, как вы сегодня. It was a story about missions. И там был разговор о миссиях. We sing in our country this song. В нашей стране мы поем такой псалом. I'll go where you want me to go, dear Lord. Господь, я пойду туда, куда ты меня позовешь. You sing that here? Что-то похожее, something similar. Yeah, something similar. Okay. She said, "What can I do, Lord?"
И она говорит: Господи, а что я могу сделать? My husband is dead. Мой муж умер. I'm a grandmother. Я бабушка. I live all alone. Я живу одна. What can I do? Что я могу сделать для тебя? The next morning her pastor called her. На утро пастор ей звонит. Lillian, there's a woman coming from the other side of Canada to visit her son in the prison, and she's got nowhere to live. И пастор говорит: слушай, сестра, есть одна женщина с другого конца Канады приезжает посетить своего сына в тюрьме, но нету места, где ей переночевать. Could she stay with you while she visited her son's in prison? Может ли она у тебя остановиться? Her son was a criminal. Ее сын преступник. Lillian said, I'd love to have her. Она говорит: хорошо, я готова. So she came and stayed with Lillian. Эта женщина приехала, и она остановилась у нее. And every day she went to visit her son in prison. И все время, пока она имела встречу со своим сыном, она жила у нее. A couple of weeks later she was going back to her home on the other side of Canada. Пару недель где-то прошло, и она вернулась обратно к себе домой. And she asked Lillian. И она спросила у Лилиан. There's no one to visit my son. Ты знаешь, некому моего сына посетить. Would you be willing to visit him? А могла бы ли ты его время от времени посетить? Lillian said, I would love to. Она говорит: я могу. Я бы хотела. The first day she went to visit him. И первый раз, когда она его посетила, she told me this. Она ему сказала. As I walked into the room, она сказала мне, когда я зашла в комнату, and as he walked the room to meet me, и когда он зашел в ту же комнату, чтобы со мной встретиться, she said, I heard somewhere here. Где-то здесь я услышала в этом месте. Woman, behold your son. Смотри, женщина, это твой сын. And she said, in that moment, и в тот момент, I loved him. Я его полюбила. She visited him on a regular basis. И потом она его посещала регулярно. And eventually led him to faith in Christ. И в конце концов она привела его ко Христу. But the other prisoners wanted her to visit them as well. Но другие заключенные тоже хотели, чтобы она их посетила. Now I would understand that if Lillian was younger. Я бы понял, если бы она была моложе. But she was old like me. Но она такая старушка, как я. She was exactly what God needed. Но она как раз была та, которой Господь нуждался. The head of the prison told me this. И потом директор тюрьмы сказал. When Lillian began to visit other prisoners. Когда Лилиан начала посещать других заключенных. The drug rate began to drop. Употребление наркотиков в тюрьме the начало падать. The violence rate began to drop. И criminal activity. Violence. Ну, жестокость начала уменьшаться в тюрьме. He said, when guard, he said, it's one thing when convicts come to Christ. Or prisoners come to Christ. И что, когда начали заключенные приходить ко Христу? But when guards start caring about the prisoners, we know that God's doing a work. Но когда начали охрана заботиться о заключенных, я уже понял, что Бог здесь работает. What did Lillian have? Что Лилиан имела? She was a grandmother. Она была просто бабушка. There was no sex appeal there. На самом деле там не было никакого интереса к ней как к женщине. She knew what it meant to love a young man. Она полюбила этого молодого парня как человека, как сына. What did she have? И что она имела? She had the gift of love. Она имела дар любви. And she had the gift of Christ. И она имела дар Христа. Did anybody else recognize that? Кто-нибудь это в ней заметил? No. Нет. But God did. Но Бог заметил. What's in your hand? Что в твоих руках? What do you have? Что ты имеешь? Look at your problem. Посмотри на проблему, которая есть. Then look what's in your hand. И потом, что у тебя в руках есть. What God does, что Господь делает, He takes and multiplies that. Он возьмет, что ты имеешь, и умножит. So for Lillian, для Лилиан, the love that she had, любовь, которую она имела, it grew. Она росла. But when did it grow? Но когда она начала расти, and here's the second thing we learn about how to deal with a problem. И здесь мы видим второй урок. What I have, то, что я имею, I give away. Я отдаю. You see, the little boy's lunch этот обед мальчика was only multiplied он умножился when? Только тогда. When he ate it? Когда он съел его. When he held it in his hands and wouldn't give it to the disciples? Или когда он его держал, чтобы ученики у него не отобрали. No, it multiplied. Нет, он умножился
when he gave it to Jesus. Когда он отдал Иисусу. Lillian's love, how did it multiply? Как любовь Лилиан умножилась? When she said, "I'm too old to go to prison." Если бы она сказала, "О, я такая старая, я не могу туда пойти в тюрьму." I have my own sons and grandchildren to look after. У меня свои сыновья и внуки, надо о них заботиться. No. Нет. So when she gave it away. Но когда она отдала. You see, there isn't just a limited amount of love. Sorry. There is not just a limited amount of love. Это не только есть такое ограниченное количество любви. If I give love to one of my grandsons, если я люблю свою любовь проявляю к одному из своих внуков, does it mean there's none left for my other one? Что это значит, что мне не хватит любви для другого? It grows when we give it away. Нет, она увеличивается, умножается, когда мы ее отдаем. What's in your hand? То, что в твоих руках. You never know what you have. Вообще-то ты никогда не знаешь, что у тебя есть. Until you give it away. Пока ты не отдашь это. One of the important elements of the gospel. Один из таких важных элементов Евангелия. Is generosity. Это щедрость. Being generous. Быть щедрым. What does generosity breed? А что приносит щедрость? Generosity breeds multiplication. Щедрость приносит умножение. I'm a farm boy. Я парень, который вырос на деревне. I love farming. И я мне нравится заниматься сельским хозяйством. I was raised in Western Canada, where we have big, big grain farms. Я вырос в Западной Канаде, где у нас были большие, большие такие поля. I understand how to grow wheat. И я знаю, как растить пшеницу. And do you know how you grow wheat? И знаете, как ее надо растить? You give it away. И ты ее раздаешь. You drop it into the soil. Ты бросаешь ее в землю. You let it die. Ты разрешаешь, чтобы она умерла. Doesn't really die. Она на самом деле умирает. Just the outside rots off. Нет, она не умирает, просто она раскрывается. And what did Jesus say? И что Иисус говорит? Unless a kernel of wheat die into the ground. Пока зерно, падшее в землю, не умрет, it stays alone. И остается одно. But if it dies, но если оно умирает, if it's given away, оно отдается, it brings multiple grain. Оно приносит умножение. Оно во много крат приносит плод. God's saying, what's in your hand? Иисус говорит, что у тебя в руках? I want you to know that I think it's wonderful what you have. Я хочу сказать, что то, что ты имеешь, это прекрасно. You have genius in your hand. Ты имеешь что-то особенное в твоих руках. What I've given you is special for you. То, что я даю тебе, это особенное для тебя. But I can only multiply it. Но я это могу умножить. When you give it away. Только тогда, когда ты это отдашь. The little boy had his fish and loaves. Маленький мальчик имел эти рыбки и хлеб. He had no idea of the possibility. Он не имел никакого представления, какие возможности в этом заключаются. He may have thought when he was asked for the food, he may have thought this. И когда его просили, он может быть думал так. When the disciples said, "Jesus wants your food." И когда ученики сказали ему, Иисусу нужен твой хлеб, твоя пища. He might have thought, my mother will get mad at me if I give it away. И он бы подумал, мама меня бы будет ругать, если я отдам это. Because she gave it for me, for my food, for my eating. Потому что это отдала для меня, для моего обеда. They said, would you give it to Jesus? Они спросили, отдашь ли ты это Иисусу? You see, you and I have no idea what we have. Ты и я, мы не имеем даже представления, что у нас есть. И пока мы не отдадим, мы не поймем это. Do you want people to love you? Вы хотите, чтобы люди вас любили? You love. Вы любите. You want people to be kind to you? Вы хотите, чтобы люди были к вам добры? Be kind to others. Будьте добры к ним. Jesus said, I will supply all of your need. Иисус говорит, что я позабочусь о всех ваших нуждах. And here in this story, и в этой истории, Jesus gives us an example. Иисус дает нам пример. Of how he helps us. Каким образом он нам помогает. In solving a problem. Чтобы разрешить проблему. In dealing with a difficulty. И чтобы выйти из трудности. So I ask you this. Я хочу вас спросить. What's in your hand? Что у вас в руках? We all have things that are unique to us.
Каждый из нас, мы имеем что-то, что-то особенное, уникальное. Are we holding on to it and afraid we're going to lose it? Или вы держите это, чтобы не потерять, боитесь, чтобы не потерять? He's saying, what's in your hand? И я говорю, что? Он говорит, что в твоих руках? Give it away. Отдай. Be generous. Будьте щедрым. Share with others. Делись с другими. Look for others that have need. Смотри на тех, у которых есть нужда. Remember the prophet that went to the widow? Вы помните, когда пророк пришел? The widow had one son. К вдове, у которой был сын. It was during famine. И это было время голода. The prophet was hungry. И пророк был голоден. He asked her first to make some bread. И он попросил, чтобы она ему сделала что-нибудь покушать. Oh, she said, I've only got a little bit of meal. Она говорит, ой, у меня совсем немножко есть. I've only got a little bit of oil. Чуть-чуть муки, чуть-чуть масла. If I give it to you, если я тебе это отдам, my son will die. Мой сын умрет. And the prophet of God said, oh no. Пророк говорит, нет. If you're generous, если ты будешь щедро, if you give what you have away, если ты дашь то, что у тебя God есть, will multiply it. Бог это умножит. She took it and made a loaf of bread. И она взяла и сделала хлеб. And the place where she kept the meal. И это место, где она хранила. And the little container she kept the oil. Муку и тот кувшин, в котором было масло. They never ran out. Там никогда никогда всегда было, никогда не прорывалось. Oh, my brothers and sisters. Братья и сестры. God so loves you and me. Господь так любит. And he has gifted each of us differently. И каждому из нас он дал особенным образом. And his joy is when we are used by him. И его радость, когда мы разрешаем ему нас употребить. Don't look how you can get things. Не заботьтесь, чтобы каким-то образом сохранить то, что у вас есть. Say, Lord, what I have. Но скажите, Господь, I want to give away. Я имею, я хочу отдать. I want you to multiply. Я хочу, чтобы ты умножил. I want it to be used for others. Я хочу, чтобы это было использовано для других. Because I know when I give it to you. Потому что я знаю, если я when отдам I give тебе, it away, если когда это and отдам, you multiply it, и ты это умножишь, it'll bless others. Это благословит it'll других. Give witness of Christ. Это даст свидетельство Христа другим. And it'll bless me as well. И это благословит тебя, меня тоже. Oh, let's be generous. Будем щедрыми. Let's know that what we have. Будем знать то, что у нас есть. Is what Christ begins with. То, что это то, с чего Христос начинает. He begins with what we have then. С того, что он начинает с того, что у нас есть. We give it away. И мы, когда he мы, multiplies когда it for his glory, отдаем, он это умножает and для for его the needs славы, of other people, и для нужд других, and for the praise of Christ. И для славы его. Bless you. Господь да благословит. Amen. 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 Господь Иисус, how wonderful your gospel is. Какое твое Евангелие прекрасное. What a wonderful story you've given to us about miracles. Какой прекрасный пример ты нам дал. And we praise you that even today. И мы прославляем тебя сегодня. You are doing the miracles of multiplication. Ты делаешь чудеса умножения. Even as you did it with that little boy's lunch. И даже с этим обедом этого маленького мальчика. And I pray here in this city and in this church. Я молю тебя за эту церковь, за этот город. That you will give us such a love and desire. Чтобы ты дал такую любовь. And a spirit of generosity. И дух щедрости. That we will give away our love. Чтобы мы могли свою любовь отдать другим. We will give away those things that we hold to ourselves. То, что мы сейчас держим для себя, чтобы because мы могли we know отдать that in другим. Being generous. Чтобы мы были щедрыми. In giving to you what we have. Давая то, что мы имеем для тебя. You multiply that. И когда мы дадим, ты умножишь. For the kingdom of God. Для царства Божия. For the needs of others, для нужд других людей, and the glory of Jesus Christ, и для славы Иисуса Христа, and we all give thanks and praise in His name. И мы отдаем всю славу и благодарность Amen. Имя Твое, во имя. Amen. Аминь. Я, братья и сестры, по теме проповеди нашей молитвы споем из Псалма 397, первый и последний куплеты, 397 номер. Молитвенный псалом. Споем его молитвенно. «Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу, упованье и смиренье пред лицем Его хожу». Первый и последний пятый куплеты. «Все Иисусу
Аминь. Да поможет нам в этом Господь. Садитесь, дорогие. Хор споет «Прославит имя Господне».
Good evening. Добрый вечер. It's wonderful to be with you this evening. Прекрасно быть здесь с вами вечером. I have traveled all the way. Я путешествовал всю дорогу. From Klaipeda. С Клайпеды. To be with you. Чтобы с вами встретиться. I am the academic vice president at LCC. Я академический декан Литовского христианского университета. And my wife and I are missionaries with the Pentecostal Assemblies of Canada. Я и моя жена, мы здесь в Литве как миссионеры Пятидесятнической Ассамблеи Божией Канады. And it's an honor. И для меня это честь. To be with you this evening. Быть сегодня вечером здесь. This is a new tradition for me. Для меня это новая традиция. My wife and I were missionaries in Africa for many years. Я и жена, мы были много лет миссионерами в Африке. We lived in Nairobi in Kenya. Мы жили в Кении, в Найроби. And if you know anything about Kenya, you know that we have marathon runners. И если вы что-нибудь знаете про Кению, то это вы должны знать, что мы были этими, бегали на длинные дистанции. And so when you preach in Kenya, you preach a marathon sermon. И когда ты в Кении проповедуешь, ты должен бежать. You go for a long time. И ты должен бежишь долго. But this is very wonderful. Но здесь прекрасно. This is like a relay race. Relay where one you pass the baton to another who passes the baton to another. Здесь как эстафета, да. And I'm honored to be finishing this evening's sharing of the word. Я рад, что я могу закончить эстафету сегодня вечером. And I hope the Holy Spirit will help me carry the baton over the line. Надеюсь, что Дух Святой мне поможет передать эстафету. I was asked recently to share what my life verse is. И недавно меня спросили, какой твой любимый стих из Писания? What's that one verse in Scripture that means everything to me? Который для тебя значит все, чтобы в этом стихе что-то заключала вся твоя жизнь? And I was able to answer. И я, you was able. I was able to answer what my life verse. Смог ответить. And I'm sure you have your favorite verse as well. Я думаю, что у вас тоже есть любимый стих. And so when I was invited to preach, I asked God, well, what would you like me to share? И когда меня пригласили проповедовать к вам, я спросил: Господь, а что ты хочешь, чтобы я, чем я поделился? And he said, what have I put in your hand? И он сказал: то, что я дал в твои руки. Share what you have from your heart. Поделись то, что у тебя на сердце. So my sharing is going to come from the book of Micah. И я хочу поделиться с вами словом из пророка Михея. Micah chapter 6. Из шестой главы. And the verse that is my life verse is verse 8. И мой центральный стих был бы восьмой стих. Which I'll ask our brother to read for us together. Михея 6:8. О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим. You've heard that verse before, I'm sure. Я уверен, вы читали, слышали этот стих и до этого. You might not know much about Micah, but you know that verse. Я думаю, не многие из вас знают о пророке Михее, но этот стих вы помните хорошо. Now, for you to understand why Micah 6:8 is my life verse. Чтобы вы поняли, почему 6:8 Михея — это мой стих. It was put in the Bible for me. Это специально Господь записал для меня. But I'll share it with you. Ну, хочу с вами поделиться. Of course, it's for all of us. Конечно, это для всех вас. But you need to know a little bit about me to know why I have a passion for хочу this verse. Хочу сказать о себе немножко, чтобы вы поняли, почему этот стих для меня так важен. The first thing you need to know about me is you need to know my testimony. Хочу, чтобы вы услышали мое свидетельство. You need to know how I have lived my life in terms of growing in my relationship with God. И как моя жизнь протекала и как мои отношения с Богом развивались. I can honestly say there has never been a day that I did not love the Lord Jesus Christ. Я скажу вам честно, что не было дня в моей жизни, чтобы я не любил моего Господа. I can't remember never having the Lord Jesus Christ as my personal savior. Чтобы я не переживал Иисуса Христа как моего личного спасителя. I know that I gave my heart to God when I was young. Я знаю, что я
встретил Иисуса Христа, когда я еще был молодым. And my heart was always sensitive to the work of Jesus in my life. И мое сердце всегда было чувствительно к тому, что Господь делал в моей жизни. And I probably gave my heart to Jesus many times. И я думаю, что я много раз посвящал себя Господу. But the grace of God in my life has been to be very much a part of His family from a very young age. Но его благодать, скажем, для меня была в том, что я с малых лет знал Господа. I'm not saying that I never sinned. Я не скажу вам, что я никогда не согрешал. Or that I was perfect. Что я был совершен. I'm still a sinner. Я до сих пор грешник. Saved by grace. Спасенный благодати. But my walk with God has been wanting to please Him, wanting to serve Him, wanting to be a good Christian. Но в моей жизни я всегда это имел желание в моем сердце, чтобы угодить Ему, чтобы служить для Него всем своим сердцем. I used to be jealous of testimonies that were about major transformation. И знаете, в принципе, я завидовал свидетельствам тех людей, у которых была кардинальная перемена. Same with me. But I am more and more thankful for the grace of God in my life. Но я все больше и больше благодарю Бога за Его благодать. That He's had me in His hands. Что Он сохранил меня в своих руках. For as long as I can remember. Сколько я помню в своей жизни. The second thing you need to know about me. И второе, что хочу вам сказать. Is that I'm a simple man. Что я простой, ординарный человек, мужчина. I have done a lot of studies. I have my doctorate and so on. Да, я учился много. Я имею докторскую степень. But I'm drawn to principles. I'm drawn to things that are simple. Но меня всегда привлекали простые вещи. As I read the book of Proverbs, as I read the wisdom, it's not very complicated. И когда я читаю книгу притчи и эти слова, это не сложные слова. And so I'm drawn to spiritual principles. Меня очень привлекают эти духовные принципы. Things that make a walk of faith understandable. Принципы, которые помогают наше хождение в вере сделать понятным. I think sometimes we can make things very complicated. Я думаю, что часто мы усложняем свою жизнь. And sometimes even in our desire to serve God, we can think of all the many different things that we need to do. И даже в нашем желании служить Господу мы там нафантазируем много чего, что мы хотим делать. But I have learned from this verse that there's a principle that guides everything that I do. Но с этого стиха я понял, есть принцип, очень простой принцип, по которому я хочу жить. That'll take me from here to heaven. Этот стих, он помогает мне, чтобы я дошел отсюда, дошел до небес. So let me talk about Micah 6. И хочу немножко вот к Михея 6 главе вам рассказать. Because to understand a verse, you must understand the context. Если хотите понять стих, нужно контекст смотреть. And so historically, what was happening? Исторически, что же там происходило? This is about 750 years before Christ. Это где-то 750 лет до Христа. God's people had been delivered from Egypt. Люди, народ Божий, освобожденный из рабства египетского. They settled in the promised land. Они уже поселились на обетованной земле. But over time they became less and less godly. Но со временем они все больше и больше отходили от Бога. And if you read in Micah 7, you see the social conditions were very stormy. И когда вы читаете 7 главу Михея, вы видите, какая ситуация была в народе, очень плохая. That there was wickedness everywhere. И везде был грех. That there was corruption everywhere. Коррупция везде присутствовала. That even the spiritual leaders had become corrupt. Даже духовные лидеры находились в коррупции. And this is where the prophet Micah comes to speak on God's behalf. И вот в такую ситуацию пророк Михей пришел, чтобы говорить им слово Божие. To draw the people back to. Чтобы привлечь их обратно, привести к Богу. To true righteousness. Привести к их настоящей праведности. There's also a textual context. There are verses around 6:8 that will be very important to understand. И также тоже текст рядом с этим стихом также помогают нам. And as we go now and look through these verses together, когда мы смотрим по этим стихам, you will see what brings us to the life verse that I have chosen to share with you. Вы можете тоже увидеть, что способствует, что этот стих очень особенный. So let's read the first two verses. Первые два стиха прочитаем.
Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы да слышат голос Твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом Своим, и с Израилем Он состязуется. This is a very dangerous situation to find yourself in. Очень опасная ситуация, в какую попал Израиль. People have been called together to make a judgment. Что народ призывается на суд. God has a complaint. God has a case. У Бога есть претензия к народу. He has a case against his people. У него есть претензия к своему народу. He's unhappy with them. They have done something wrong. Он недоволен ими. Они что-то делают неправильно. And it's like we've entered a courtroom. И можете представить, скажем, этот зал суда. And people have been called to attention because somebody is going to read out their complaint. И люди, сидящие в зале суда, и их просят, чтобы они обратили внимание. Сейчас будет зачитываться. So what is it that God is so upset about? И о чем, чем же Бог недоволен? What is his issue? В чем же проблема? Let's read verses 3, 4, and 5. Читаем 3, 4, 5 стихи. Народ мой, что сделал я тебе? И чем отягощал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской, искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобой Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни. You may not be familiar with all of the details. Может быть, вы не знаете всех деталей, but the essence of what God's complaint is, но суть, в чем Господь имеет претензию, is that he has been faithful, что он был верен, and we have been unfaithful. А мы были неверными. He has done what he has promised to do. Он сделал то, что он обещал. He has delivered. Он их спас. He has protected. Он их сохранил. He has been close to them. Он был близко с ними. And his people have responded with wicked living. А люди ответили ему грешным образом жизни. But he's making this accusation with a very interesting tone, an interesting voice. И очень интересный тон здесь. I'm sure many of you have children. Я уверен, многие из вас имеете детей. Have you ever looked at your child when they are misbehaving so badly? Вы помните ситуацию, когда ваш ребенок очень плохо себя повел? And asked yourself, what in the world have I done? И вы спрашиваете, что же такого я плохого сделал для него? What have I done to turn that beautiful baby into such a monster? За что этот ребенок такой, ну, скажем, ко мне несправедлив. And God is sort of using that kind of an approach. И Бог, наверное, тоже использует эту форму. What have I done to you? Что же я вам сделал? How did I make it so difficult? Почему это так все так тяжело для вас? How have I placed a heavy burden on your shoulders? Что я вам плохого сделал? Что я вас, на вас наложил какие-то тяжести? But he defends his faithfulness. Но Бог говорит, нет, я вам показал свою верность. And so now we have a chance to answer back. И теперь у нас есть возможность ответить. Mankind stands up and speaks. И вот народ встает и дает ответ Господу. And we see that in verses 6 and 7. 6-7 стих говорит такие слова. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или нещетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» I find this answer very, very interesting. Я этот ответ вижу очень интересным. Because it describes so well our human condition when it comes to spiritual things. Это очень хорошо описывает наше человеческое состояние, когда мы приходим к духовным вещам. The verses describe three kinds of responses. И в этих стихах находим три ответа, три варианта ответа. How do I come before you, God? Как же Господь мне прийти к тебе? Okay, you're upset. What do you want me to do? Ты недоволен мною. Что же ты хочешь, чтобы я сделал? Shall I come before you with burnt offerings and calves that are a year old? Что предстать мне пред тобой со всесожжениями и с тельцами однолетними? This is the sacrifice that is expected. Это жертвы, которые были ожидаемы. This speaks about faithfulness and consistency.
Здесь говорится о том, о верности и о постоянстве. In my attempts to please you, God, do you want me to be faithful and consistent? Если ты хочешь, Боже, если хочешь, хочешь ли ты, чтобы я был верным и постоянным? In my desire to serve you, what is it you're asking? To go to church faithfully and every Sunday. Так что ты, Господи, от меня хочешь, чтобы я каждое воскресенье приходил верно в церковь? Are you wanting me to read my Bible every day for one hour? Хочешь ли, чтобы я читал мою Библию каждый день по часу? Are you wanting me to give in the offering every Sunday and make sure that my tithe is honoring you? Хочешь ли ты, чтобы я жертвовал постоянно каждое воскресенье мои десятины и пожертвования? Is that what you want? Этого ты хочешь от меня? Or maybe I can do more. А может, мне можно больше что-то сделать? Will the Lord be pleased with thousands of rams and 10,000 rivers of oil? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? There's faithful and consistent. Верный и постоянный. But okay, if that's not enough, do you want abundance? Если этого тебе не хватает, что ты хочешь, чтобы я это, ну, очень много раз больше делал? Do you want me to do more than go to church every Sunday? Do you want me to go in the middle of the week and go every time the door is open? Или ты хочешь, чтобы каждый день, каждый раз, когда двери церкви открыты, чтобы я там был в церкви? Do you want me to read my Bible 10 hours every day? А может, 10 часов в день читать Библию? Do you want me to give much more money? Или еще больше денег пожертвовать на дело Божие? I know that faithful and consistent, I understand, but maybe you want abundance. Но я понимаю верность и постоянство. Но может ты хочешь, чтобы это было во много раз больше? Maybe if I do more. Если я сделаю больше, you'll love me more. Может ты будешь меня тогда любить больше? Or maybe. А может быть. I have to do something absolutely incredible. Может быть, что-нибудь я сделаю такое невообразимое. Shall I offer the firstborn? Может быть, мне пожертвовать своего первенца? For my transgression? За мои грехи. God, would you like me to offer my firstborn? Бог, может, ты хочешь, чтобы я своего первенца пожертвовал? Now, there's no way that God the Father calls us to sacrifice our children. И Бог никогда не требует от тебя, чтобы ты это сделал. Sometimes we make arguments, we make them bigger than they really are. Вы знаете, когда мы вступаем в спор, мы очень часто перешагиваем границы, и мы делаем их больше, чем на самом деле. But this is talking about an extravagant response. Но здесь уже такая, скажем, ответ такой экстравагантный. God, there's faithful and consistent. Amen. Praise the Lord. Да, Господь, верный и постоянный. Слава Богу. There's abundance. И там еще после этого еще есть во много раз больше этой верности. But maybe I can do something absolutely extravagant. А может, ты хочешь, чтобы я сделал вообще что-нибудь супер такое невообразимое? And by doing something extravagant. И если я что-то такое невообразимое сделаю, I'll please you. Тогда я уже тебе буду, ты будешь мною доволен. Maybe I'll go as a missionary to Iraq. Если, скажем, я миссионером в Ирак поеду. Maybe I'll, I don't know what I can think of, but you know what I mean. Ну, я не знаю, как это сказать, но вы представляете, о чем я говорю. But doesn't this verse, these verses capture how we humanly view spiritual life? Не кажется ли вам, что эти стихи отображают именно как мы по-человечески понимаем служение Богу? If I'm far away from God, если я далеко от Бога, how do I get back? Как к нему мне вернуться? Maybe it's faithful and consistent. Может быть, просто больше верным и постоянным. Maybe that will bring me back to the place where. Может, через эти, скажем, эти дела я смогу к нему вернуться. But maybe I've been so bad. А может быть, я такой ужасный грешник. I better do something big. Тогда, может, надо делать еще что-нибудь такое невообразимое. Or maybe it's just going to take the most extravagant thing I can think of. Может быть, я что-нибудь должен сделать такое супер-супер. This is a human response to spiritual life. Это человеческая реакция на духовную жизнь. This is what world religions build themselves on. Это на чем построены все религии мира. When I was in Kenya, my best friend in Kenya was a Muslim man. Я когда был в Кении, один из моих друзей был мусульманин.
He was very interested in spiritual things, and we became very close friends. Его очень интересовали духовные вещи, и по этой причине мы стали друзьями. But I watched his faith. Но я смотрел, наблюдал за его верой. And I watched how Islam is a religion of control. И я видел, как ислам является религией контроля. And that he never knew whether he had done enough to please his God. Никогда в этой вере человек не будет уверен, что он сделал достаточно, чтобы Бога удовлетворить. Это такая религия. And in our own walk with God, sometimes we can fall into those human patterns. И в нашей жизни духовной иногда мы можем попасть в такие сети. There's some passages of scripture that trouble me in the Old Testament. Есть некоторые места из Ветхого Завета, которые меня приводят в смущение. When I read in Isaiah, когда я читаю Исаию, that God is sick of sacrifices. Бог говорит: "Я уже мне плохо от ваших жертв". When I read that the smoke makes a horrible smell in his nose. И этих дым от всесожжений для меня уже ужасный запах. And that when they fast, it has no meaning. И когда вы поститесь, говорит Бог, не имеет никакого смысла. It speaks of empty spiritual life. Это говорит, описывает пустую духовную жизнь. But that's not what God has called us to. Но это не то, к чему Господь нас призывает. Thank God by Jesus Christ and through His grace. Слава Богу за Иисуса Христа и за Его благодать. Not only have we escaped the punishment of sin, что мы не только избежали наказания за грех, but with His Spirit in us, we have power over sin. Что через присутствие Духа Его в нас мы имеем силу над грехом. And so we come to verse 8. И мы идем к шестому стиху. He has shown you, O man, what is good. К восьмому стиху. О человек, сказано тебе, что добро. And what does the Lord require of you? И чего требует от тебя Господь? To do justly. Действовать справедливо. To love mercy. Любить дела милосердия. And to walk humbly with your God. И смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. I feel like I've just done the introduction. Я думаю, что только я вступление сделал. Because here comes the message. Сейчас буду проповедовать. To act justly. Поступать справедливо. What does that mean? Что это значит? In simple English, it means to do the right thing. In simple Russian, it means. Просто говоря по-английски, просто делать правильные дела, делать правильные поступки. To do what is right. Делать то, что правильно. Particularly as it relates to how we treat other people. И особенно что касается отношений друг с другом. One thing you will notice as you study the Bible. Одну вещь ты, наверное, понял, когда начал изучать Библию. Is the incredible relationship between our connection to God and our connection to others. Что очень большая зависимость есть между нашими отношениями с Богом и нашими отношениями друг с другом. So we're to live in a manner that treats others well, to treat others right. И Бог говорит, что мы должны правильно относиться друг к другу. There are things that we need to do that are right, we must do them. И есть правильные вещи, мы должны их так и делать. When I drive in Lithuania, когда я за рулем в Литве, I drive on the right side of the road, я по правой стороне дороги еду, and my steering wheel is on the left side of the car. А руль у меня с другой стороны. When I drive in Kenya, I drive on the left side of the road. А когда я еду в Я в Кении нахожусь, я еду по левой стороне, and my steering wheel а руль с правой стороны. Is on the right side. Now, I have visited many, many countries. И, знаете, пришлось посетить много стран. In some countries I could be a very dangerous driver. И в некоторых странах я могу быть очень опасным водителем. So I should try and remember which countries is left side right wheel and which countries are right side left wheel. И мне всегда надо помнить, в какой стране нахожусь и какое там движение, по какой стороне движение дороги. So I better go and study all the countries and find out which way it is. И я имею список стран и знаю, где, в какой стране, какие правила. But I found a better way. Но я нашел другой способ. I found a secret that helps me when I do the driving. Знаете, сейчас я теперь знаю секрет, который мне помогает. When I'm driving, когда я рулю, I, the driver, я водитель,
must be in the middle of the road. Я должен быть посередке дороги. If I'm on the edge of the road, если я на краю дороги, I'm driving on the wrong side. Я уже неправильно еду. As long as I look down and I see the center of the road, I know I'm in the right place. Как пока я еду и вижу середину дороги, все нормально. And so that is also true when it comes to doing the right things. И тоже это, наверное, правило относится и как делать правильные дела. Do I have to learn all of the right things to do? Разве мне нужно сейчас иметь весь список этих дел, которые правильные? No. Нет. I just have to know what the right things in here are. Я только должен знать, что есть правильное вот здесь. As long as I know what is right in the eyes of God from His revelation, that's what I should do. То, что правильно в глазах Божьих, в Его откровении, я это и должен делать. But doesn't that sound like working and earning favor with God? Но не звучит ли это так, как будто мы должны заработать Божье расположение? You see, there's a difference. Нет, знаете, есть разница. The Scripture said that we were dead in our sins and trespasses. Слово Божье говорит, что мы мертвы по нашим грехам и нашим поступкам. Ephesians chapter 2 verse 1. Ефесянам 2 глава 1 стих. You were dead. Вы были мертвы. What can dead people do? Что мертвый человек может делать? Can dead people go to IKEA? Может ли мертвый человек ходить в магазин? Can dead people watch the television? Может ли мертвый смотреть телевизор? Can dead people do anything? Может ли вообще что-нибудь мертвый делать? Spiritually we were dead. Духовно были мертвыми. There's nothing we can do that will make us right with. Ничего мы не можем сделать, чтобы быть правильным в глазах Божьих. But it goes on in Ephesians 2, it talks about being saved by grace through faith. And that is a gift from Но God. Дальше в Ефесянам 2 главе пишется, что мы спасены по вере через благодать Божию. So we've been made alive in Christ. So мы были We've been made alive in Christ. Во Христе мы воскресли. We're not doing right things to earn favor with God. We're doing right things because He is in us and we are alive. Мы делаем правильные поступки не потому, что хотим заработать Его расположение, но мы делаем правильное, потому что мы воскресли во Христе. And anything we do is a response to salvation. И то, что мы сейчас делаем, это как наша реакция на спасение, которое Бог нам дает. And we do them not for ourselves, but to glorify God. И делаем это не для себя, но чтобы прославить Господа. So what are the things we are to do? И что же мы должны делать? I'm looking at Luke. I'm looking at the Sermon on the Mount. Я смотрю сейчас Евангелие от Луки. Это Нагорная проповедь. Love your enemies. Любите ваших врагов. Do good to those that hate you. Делайте добро тем, кто вас обижает. Bless those that curse you. Благословляйте тех, которые вас проклинают. Pray for those that mistreat you. Молитесь за тех, кто к вам несправедливо относится. Give to everyone who asks from you. Давайте каждому, кто просит. Do unto others as you would have them do unto you. Поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами поступали. I'm in trouble. У меня проблема. Those are not easy things to do. Эти вещи нелегко делаются. But if I want a strong walk with Jesus Christ, но если я хочу ходить с Иисусом Христом, I will do the right things. Я буду делать правильные вещи. And I will not do them to earn favor with God. Я не буду их делать для того, чтобы заработать Его расположение. I will do them because I want to respond to His goodness and His grace in my life. Но эти мои поступки будут как моя реакция, ответ на Его благодать, Его спасение. When I was in Kenya, I worked with Sudanese Christians, people from Sudan. Когда я был в Кении, я работал с верующими из Судана. These churches were bombed by the Arabs. Эти церкви фактически были преследуемы арабами. And I'm discipling pastors. И я занимался ученичеством пасторов. Telling them that they need to love their enemies. И я им говорил, вы должны любить своих врагов. That they need to do the right thing. И вы должны делать правильные поступки. It doesn't make sense. Для них это не имеет смысла. But it is spiritual. Но это как раз, что Господь хочет. Do justly. И поступайте справедливо. Love mercy.
Любите, будьте милосердны. The first is about how we are to act and how we are to behave. Первое, как мы должны себя вести. This one talks about how we are to react or respond. А второе, каким образом мы должны правильно реагировать. That when people mistreat us, когда люди с нами несправедливы, we are to love mercy. Мы должны проявлять милосердие. Let me read some verses just quickly with you as we begin to close. И просто заканчивая, хочу прочитать некоторые стихи с вами еще. Ephesians chapter 4 says this. Ефесянам 4 глава. Be kind and compassionate to one another. Будьте, okay. Я читаю, это дословно перевожу. Будьте добры и сострадательны друг к другу. Matthew 6 says. Прощая друг друга, как и Христос, Господь во Христе простил вас. Matthew 6, verse 14 and 15. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. И Матфея 6, 14, 15. И так как если вы простите другим, тем, которые согрешили против вас, ваш Отец Небесный также простит вам. There's many, many verses that talk about the importance of forgiveness. Много, много мест, которые говорят о важности прощения. And that it is... Even in the Lord's Prayer, forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. Даже в молитве Отче наш эти слова прости нам, как и мы прощаем. And here Micah is saying, love mercy. А здесь Михей говорит, любите милосердие, дословно. What do you love? Что вы любите? Что вам нравится? There are some things that I love. Есть некоторые вещи, которые мне особенно нравятся. You can probably tell I love some food. По мне, наверное, скажете, что я люблю покушать. You might not know that I love football. Но, может быть, вы не знаете, что мне нравится футбол тоже. But you know what's true in my life? Но знаете, что на самом деле в моей жизни? I love forgiving people. Мне нравится прощать. And that's not a boast that I can make. И это не мое. That is the power of God in me. Это сила Божья, которая во мне. I have learned the joy of forgiving others. Я научился получать радость от прощения. I have had people that have asked for forgiveness who had plans to throw stones at my office and to make things very difficult for me. И мне пришлось прощать людей, которые собирались разбить окна в моем офисе и много проблем мне собирались сделать. And I have been happy to forgive. И я был рад, счастлив их простить. Love mercy. Любите милосердие. Unforgiveness can block so much of our spiritual life. Непрощение так много приносит вреда нашей духовной жизни. With God's help and by God's grace, you can forgive. С Божьей помощью и Его благодатью вы можете прощать. If you want to be spiritual in your response to God, you must forgive. Если вы хотите быть духовными в отношении с Господом, вы должны прощать. Finally, number three. И последнее, третье. To walk humbly with God. Ходить смиренно-мудренно перед Богом твоим. To live continually in the presence of God. Постоянно жить в присутствии Божьем. Psalm 1 talks about dwelling and meditating. Первый псалом говорит о блажен муж, который находится постоянно в присутствии Божьем. It's a place of fruitfulness and blessing. И это есть условие для того, чтобы быть благословенным и быть плодовитым. Do you live every day in the presence of God? Живешь ли ты в присутствии Божьем каждый день? Do you ask what God is doing around you and find out how you can be a part of what He's doing? Спрашиваешь ли ты Бога, что Он сейчас делает здесь и к чему Он тебя приглашает? God, what do you want to do? Что, Господи, хочешь, чтобы я делал? What do you want to do with what I have in my hand? Господи, что ты хочешь, чтобы я делал с тем, что в моей руке what сейчас? What do you want to do in my church? Что ты хочешь, чтобы я делал в моей церкви? I want to walk humbly with you. I want to refer to your will and your plan. Я хочу быть смиренным и ходить в твоем присутствии, исполнять твою волю. Let me tell you a very quick story, and then I'll close. Заканчивая, хочу короткую историю вам рассказать. This is a story about an elephant and an ant. Это история про слона и муравья. They were walking through the forest. Которые шли по лесу. And they came to a very big valley. И они подошли к большой такой лощине. And the only way to get across was on a small rope and wooden bridge.
И единственная возможность эту впадину пройти был небольшой такой узкий мост веревочный. So the elephant and the ant discussed together. И слон с муравьем начали между собой дискутировать. Do you think we'll make it? Ты думаешь, мы сможем это, можем пройти? Do you think that we can get there to the other side? Ты можем ли, как ты думаешь, можем перейти на другую сторону? And so the elephant put the ant on his ear, and then off they went. И слон посадил на свое ухо муравья и прошел. And as they walked, that bridge started to sway. И когда он начал идти по этому мосту, мост начал раскачиваться. But they made it across. Но они прошли. And the ant was so excited and so happy. И муравей был такой счастливый. And he said to the elephant. И он говорит слону. Wow. Слушай. Didn't we make that bridge move? Ты представляешь, мы этот мост раскачали. And it's a story about walking with God. Это история, как мы с Господом ходим. When you walk with God. Когда ты ходишь с Господом. What seems unlikely or difficult. И то, что невозможно даже в твоих глазах. What seems impossible. Что даже невозможно, тяжело, невозможно. Becomes possible. Станет возможным. And you stand with God and say. И ты будешь с Господом стоять и говорить. Wow. Да. I walk humbly with you. Я, Господь, буду ходить смиренно перед тобой. We're going to go from here and sleep and go to work tomorrow. Мы, наверное, скоро уже пойдем спать и завтра на работу. Or carry on with our other business. И какие-то наши дела, заботы есть у нас. My prayer for myself. Моя молитва за меня самого. This week. Господь, эту неделю. Starting tomorrow. Начиная с завтра. God. Господь. I want to do the right thing. Я хочу делать правильные дела, правильные поступки. God. Господь. I want to love to forgive. Я хочу любить прощать. God. Господь. I want to walk with you. Я хочу ходить с тобой. And I want your glory to be revealed in my life. И я хочу, чтобы твоя слава явилась в моей жизни. What does God require of us? Что Господь от нас ожидает? Those things. Эти вещи Господь от нас ожидает. And by the grace of God and the power of the Holy Spirit. И по благодати Божией и силе Духа Святого. He's provided for us a way. Он проведет нас. Let's pray. You pray. Будем молиться. Хорошо. Okay. Господь наш, благодарим Тебя, Господи, за это прекрасное время в присутствии Твоем. Благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово, Твое наставление. Благодарим, Отец Небесный, за то, что Ты любишь нас. Несмотря на нашу неверность, Господь, Ты остаешься верным и милостивым, и справедливым. Господь, слава Тебе! Благодарим Тебя, Господь, что через Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, это возможно быть угодным Тебе. Это возможно ходить путями истинными и справедливыми. Это возможно, Господь, исполнить Твой закон. Господь, мы молим, помоги нам ходить воле Твоей. Помоги нам, Господь, быть в присутствии Твоем всегда. И мы посвящаем свои жизни, Господь, наши дела, наши планы, Господь, мы посвящаем Тебе. Веди нас, Господь, дай нам быть послушными, помоги нам научиться слышать Слово Твое и быть послушными Тебе, Господь, и знай, что в присутствии Твоем, по благодати Твоей, Господь, мы сможем исполнить волю Твою и быть угодными Тебе. Тебе вся слава да будет, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие братья и сестры, заканчивая вечернее богослужение, споем псалом номер 560. Это псалом – ответ Господа на нашу молитву. 560. «Не оставлю я вас, не забуду, говорит Он и мне, и тебе». Споем стоя этот псалом. Не оставлю.
Напоминаем, что следующее наше богослужение будет в среду в 5 часов молитвенное собрание. В четверг в Доме молитвы в 6 часов вечера будет проходить евангелизационное служение. Будут приглашаться люди, которые приходят в бесплатные христианские столовые покушать. Поэтому, братья и сестры, если у вас есть расположение своих знакомых привести, послушать Слово Божие, можете это сделать. Будет служить молодежный хор, будет свидетельство. Будем молиться, чтобы Господь благословил как служение молодежного хора, так и проповедь брата Роберта Паскуаля. Он целую неделю здесь будет у нас в Литве, в многих городах Литвы будет проводить евангелизационное собрание. Пусть его Господь благословит. И особенно будем молиться о четверге. В воскресенье следующее в Доме молитвы в нашей поместной церкви будет проходить праздник жатвы. Утреннее богослужение начнется в 10 утра, вечернее в 4 часа после обеда. Итак, заканчивая наше молитвенное вечернее собрание, помолимся Господу о брате Валентине, который просит нас помолиться о нем, чтобы Господь ему помог. Помолимся друг о друге. Пусть Господь хранит наш выход из дома молитвы. Обратимся к Господу в молитве. Отец наш милосердный, Боже наш, благодарим и славим Тебя за это наше вечернее духовное молитвенное общение с Тобою, когда мы слышали Слово Твое и рассуждали. Ты говорил нашим сердцам, мы благодарим Тебя за это. Помоги нам сохранить огонь Духа Святого в наших сердцах. Господь, благослови наш выход из дома молитвы, прибудь с нами. Благослови, Господь, служение брата Паскуаля в нас в Литве. Наше вечернее богослужение евангелизационное в четверг. Благослови, благослови молодежный хор, когда будет служить. Слово Твое, свидетельство, Господи, предаемся в это руки Твои святые. Благослови предстоящих праздник жатвы, Господь. Да будет милость Твоя, благословение Твое над нами. Благослови, Господь, и дальше, по окончанию вечернего богослужения, когда мы будем иметь общение с нашими дорогими братьями, будем беседовать о деле Божьем в Литве, Ты с нами и тогда прибудь Духом Святым. И теперь еще раз просим, распусти нас с миром, благослови и благослови наших братьев и сестер, кто не смог быть на вечернем богослужении. Тебе, мой милосердный, вовеки да будет слава и поклонение Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Итак, наше вечернее богослужение окончено. Будем приветствовать друг друга, Господь со всеми нами. Аминь.